сейчас находимся в центре Зеленой Горы. Приехали сюда с надеждой поискать части жизни моего дедушки. Ну, не знаем. Надеюсь, что что-то найдем. Давно хотел и мечталось побывать в Зеленой Горе, где по легенде, или как бы по разговорам нашей семьи, проживал дедушка и окончил свою жизнь здесь. Находясь в центре Зеленой Горы, мы находимся как будто на Дерибасовской. Ну, свои есть герои, запечатленные в бронзе. У нас это наши певцы, а здесь художники. Вот центральная такая улица, где пешеходный переезд находится в Зеленой Горы. Так что, друзья, посмотрите. Предположительно, где-то, может быть, здесь жил мой дед, но не знаю. И здесь пастор сказал, что много нашли фамилий или семей, фамилии Свёнток. Поэтому будем искать, думаю, что что-то найдем. Сейчас мы находимся на Ратушной площади. Ратхаус — это как бы больше немецкое название для центра города, там где ратуша находилась, или как мэрия у нас, и потом вокруг строились маленькие домики. Так что вот здесь на Ратушной площади мы находимся сейчас. Так, покидая центр города, Зеленой Горы, мы пойдем еще сегодня посмотреть на регистрацию кладбища, чтобы поискать семьи или хотя бы найти моего дедушку, фамилию там. Посмотрим, это у нас такой квест семейный. Ну что, очень что пахнет. Скажешь? Очень пахнет. Да? Красиво, вкусно. Вернее, не красиво пахнет, а... Проходя этими улочками, ты невольно вспоминаешь римские улицы. Чем-то, наверное, похожая архитектура Европы между собой. Опять же, мы гуляем старым городом Зеленой Горы, Гольдберг. По-немецки, это немецкое было место или поселение. Так что что-то немецкое еще осталось здесь. Бой курантов, практически времен уже час дня. И это ратуша, Ратушная площадь, только уже с другой стороны. Чем-то опять же напоминает Львовскую Ратушную площадь. Друзья, еще раз напомню, что мы находимся в Зеленой Горе. Мы сюда приехали в поисках могилы моего деда и семейного древа. Здесь, в этом городе, очень много, или как так мне сказали, что многие есть семьи с такой же фамилией, как у меня. Поэтому приехали сюда, чтобы немножко найти и ответить на вопросы, где мой дед похоронен.